Ребят, мы снова с вами на нашем любимом канале. Канал про реки, про сплавы, про музыкальные каверы. Сегодня вы увидите новый участок старой реки Нара. Репортаж ведем из-под моста. Вы не поверите, сегодня 5 декабря мы снова хотим пойти на воду. Мы снова хотим проплыть, и вы вместе с нами увидите, сможем ли вы это сделать по такой реке. Сплав зимний посвящается 5 декабря прорыву немецкого сопротивления под Москвой. Короче, немцы шли до Москвы и никого не боялись, пока не встретили наших дедов, которые выбили им зубы и дали пинка. Вот и все. 80-летию этого памятного события мы посвящаем. Поехали, ребята! Настоящий зимний декабрьский лес. Наш ступинский. Какая же красота! Ночью, видимо, был крепкий мороз. Вы только не подумайте, мы не грибники. Мы не настолько сумасшедшие. Мы идем на сплав. Гигантские растения. Реки Нары. А вот она, река. Поход зимний, 5 декабря, 80 лет прорыва немецкой наступательной операции. 80 лет назад был мороз минус 40, сегодня минус 3, но лед на реке такой же, как минус 40, чуть поменьше, и мы у реки. Попробуем пройти. Поход зимний состоится сегодня, скорее всего. Надо проверить, как река со льдом. В этом месте река замерзла. Оказывается, река Нара может замерзнуть. Ну что, попробуем? Давай, попробуем. Пошли по полыньям, наверное. Вот здесь по полыньям, кое-где на брюхе полезем. На нашем пути будет плотина. Все-таки мы сегодня сделали великое дело. Мы встали на воду, а это уже... Моржи будут, наверное. Бобру моржи. С разгону пошли на лед. Но это в основном, да. Трудом пробивается лед. Вот. Где-то с первого раза. Вот такие, ребята, дела. В минус 3 градуса. Всего в минус 3 градуса. Река встала. Ну да, оказывается, такой толстый лед, что мы его не можем пробить. Лед очень толстый, очень толстый. Посмотрите на толщину льда. Толщина льда. Вот такая толщина льда, сантиметров полтора, а то и два почти, ну полтора сантиметра точно, толщина льда. Нам его просто не осить. Ребят, извините, но вы с нами побывали на участке реки Нара, все-таки побывали, от моста мы отошли недалеко, но дальше идти возможности нет. Поэтому байдарка не ледокол и возвращается обратно по проторенной дорожке к мосту. Поехали! Ага. Нам, то есть, полезно будет. Очень полезно. Давай. Очень. Плотина в Серпухове. Плотина в Серпухове. До этой плотины мы должны бы были бы дойти на наших байдарках. На нашей байдарке сегодня. До этой плотины мы могли бы дойти вполне. Могли бы. Если бы у нас была не байдарка, а ледокол. А это Высоцкий монастырь. Историческое место на берегу реки Нара.
бою спокойно не прятался ни вор. Колесами печально в небо смотрит круизер. Когда туман растаял, проплыла луна, на смену не вернулась молодая жена. Вода отравится, пустой не будет сущий звук. Ты свой последний танец, так труба уже без рук. Уходим, 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 наступят времена почище.